Всем привет, с вами мы, Зотов Свэмэн, и сегодня мы будем окучивать картошку. Ну, сейчас поставим маленькие грунтозацепы и окучник. Начнем. Да не понимаю, я вот эти сниму. Ух ты, надо колесо качать вообще. Да она спустилась уже, Юр. Да, она порвется. Да. И та то же самое. Они все разниму все. Приподними вторую. Верно. Кенечка, вон, встаньте под кустики и стойте. А там нету вшей? Откуда там вши? Там могут быть клещи, вшей нету. Да нет там никого, Наташ. Наоборот, наверное, Юр. Кого? Колесо. Сейчас посмотрим. Вот так же у нас? Или мы так. Вот так, что ли? Да, да, вот так. Ну, так. Тогда наоборот. Наоборот, да. Я тебе говорю. Видите, болтается, конечно, ленты, проворачивается все. Железо, не каленое. Куда деваться? Ну что ты, зараза, полнишь? Так, когда поставили, пальцы сразу. Есть, кстати, это на мотоблок, на это три варианта длины пальцев. Самые длинные — это вот для таких колес, для, чтобы просто передвигать его, грубо говоря. Почему? Они то это транспортируют, когда тележку цепляешь, на этих колесах возить, наверное, ездить. Ну, может и может кто-то на них ездить, да. Вот средний размер пальца — это чтобы вот такие грунтозацепы цеплять, ставить. И самые короткие пальцы — это которые по оси прикрепляют к мотоблоку. Три длинные пальца. Получается, самые короткие, они быстрее всего изнашиваются, там они быстрее всего разбиваются. Сошник, да, или какой? Ну, сошник, да. Вон, иди к Катьке, клубничку поешь. Я телефон хочу. Ты еще маленькая. Я думала, ты не сидела без телефона. А девочки сидели с телефоном.
Нет, в таком возрасте у них не было телефона, Маша. Телефоны у них появились, когда они в школу пошли. Техника готова. Управишь, пошатай просто. Нет, нет там, по-моему, ничего. Действует на меня. Ой, как же не поймешь? Ну, открывайте сеточку, у нас сейчас что-нибудь, мусор попадет. Никакого мусора, руки чистые. Берешь такой-то, руки раз, чистые, в воздухе летает, он и пух, и все. Раз, два пальца. Вытаскиваешь, ездишь, много-то. Хватит. Когда, он работает, когда понятно, что бензин кончается. Фух, вонючка. Так, дальше что еще надо? Юрка длинный, все равно. Ну надо пускать. А что это вот так? Зайку что ли затянули? Опускать зачем? Поднимать на базу. Кого поднимать? Опускать надо разве? Ну конечно! Да. Ты же сейчас вниз будешь... Вниз ты значит поднимай. Они же маленькие, это на больших колесах мы опускаем. Ой. Пока не надо, Иван, ну, я потом опущу себе. Что-то... Я сгорю, если гайку затянули. Да. Да, так. Да. Ты с ума сошел? Конечно, сгоришь. Сметана есть только чуть-чуть. Ну ты мне сказал, что это лимит. Одевай. Надо чуть-чуть. Нельзя. Сгорел часок, потом оделся. Через час скажешь мне. Через час ты сгоришь уже. Не сгорит. Это же не. Я вчера два часа. Кто-то мне втирал на юге, что я никогда не сгораю. Это юг. А теперь уже знаешь, что это юг. Это я тебе втирал, когда я там первый раз был. Да, втирал. Я никогда не сгораю, иди нафиг со своими кремами. Потом все. Намажь меня в первую очередь. Вот эти места на ногах. Намажь. Намажь меня. Мама. Да, папе сорви клубничку. Папе? Снимай. Да. Так, еще что, знаешь что? Зачем? Никуда он не погнулся. Вот и для чего эта регулировка стоит? Это наклон, когда сейчас она ровно стоит. Вот криво. Вот смеши, давай. Что-то тоже. Так, смеши и попробуй. Да, ты не в ту сторону. Я тоже сниму. Ну, сюда, говорю тебе. Он тоже вот сюда и тянет. Влево. Тебе вот здесь. Тебе надо вот сюда его немного.
Отпусти, Серега. Тут влево, сейчас будет вправо тут тянуть. Это не горка, будет. Просто как горка, как межа натяпана. О, затянуто, и ты меня заставляешь. Да он вроде я ослабил. Вот так. Какая теплая. Здесь же все на соплях, не идеально все. Надо регулировать постоянно. Вот сейчас будет он здесь цеплять, будет тянуть туда или наоборот. Я попробую. Сейчас попробую. Да не, наверное, было ровно, так вообще сейчас я наебусь. Ну попробуй, сейчас мы не получится, дальше переделаем. Будь здоров. Сейчас он вообще, видишь, межа справа тут сначала. Сейчас... Попробуем сейчас. Справа вообще убить. Попробуем. Бери. Подожди, Сереж. А вот. Хорош. Все, ровно? Кажется, ровно. Под перстом смотри, оно посередине. Да. Еще вот эта часть, вот смотри, видишь как, она вот была бы жестко, другое дело. А да, то да, она чуть играет. Вот, из-за этого и начинает. Немножко погнута. Наводить. Давай.